Другим темам. С начала этого года в столице республики под колеса машин попали более полусотни человек. А прошедшие выходные пополнили эту печальную статистику. Виталий Абрамов продолжит тему. Первое происшествие случилось уже на знакомом на участке улицы Чернышевского возле 80-го дома, где, к сожалению, очень часто происходит ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. В этот раз Mitsubishi Canter не уступил дорогу и наехал на 78-летнюю бабушку. В результате последнюю госпитализировали с тяжелыми травмами головы. С камеры видеонаблюдения видно, что на первой полосе дороги перед пешеходным переходом остановилось транспортное средство для того, чтобы пропустить пешехода. Нарушитель, возможно, вышедшего на проезжую часть пешехода, действительно не видел, но предположить, что автомашина пропускает идущего пешехода, определенно должен был. В связи с высокой аварийностью на данном переходе, в скором времени там должен появиться светофор. Следующее ДТП произошло буквально в 2 километрах от предыдущего, и сценарий также идентичен. За исключением одного. В крови водителя метасвидетельствование выявило алкоголь. А пошел грузовик. То есть обошли грузовик? И как раз пешеход из-за грузовика пешеход вышел. Пострадавшая была доставлена в больницу со множественными переломами ребер. Двигаемся дальше. На этот раз пьяный мотоциклист в табаке наехал на 18-летнюю девушку. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Взял прокатиться, ну вы знаете там. Все взял прокатиться и получается то, что я вот наехал на человека. Вы, получается, их не заметили или как? Ну да, получается, не заметили. Вы сегодня пили? Да, пил. Таким образом, с начала года на дорогах столицы и пригородов произошло 69 ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекция настоятельно призывает всех водителей, приближаясь к пешеходным переходам, к остановкам общественного транспорта, не забывать сбавлять скорость. В свою очередь и пешеходам необходимо быть особенно внимательными при переходе дороги, даже на пешеходном переходе и на разрешающий сигнал светофора. Виталий Абрамов, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.